На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» 70 объектов дорожного сервиса. Лето – время, когда поток туристов и посетителей придорожных кафе, гостиниц и заправок увеличивается в разы. Поэтому каждый объект должен отвечать всем стандартам качества. Комфортный номер, вкусная и свежая еда, доброжелательный персонал. Работа носит рекомендательный характер. То есть мы, как, скажем так, большим коллективом едем, смотрим, что можем сделать со стороны дорожников, что могут сделать собственники, что мы должны еще сделать для того, чтобы максимально повысить комфорт и безопасность всех жителей Алтайского края и гостей, которые будут пользоваться объектами дорожного сервиса. По словам сотрудников МЧС, чаще всего в придорожных сервисах не соблюдают правила противопожарной безопасности. Нет огнетушителей, ящиков с песком, пожарных щитов с инвентарем. Но игнорировать правила себе дороже. Уровень конкуренции в придорожном бизнесе становится все выше. Каждый старается расширить комплекс своих услуг. Мы предоставляем комплексные услуги. И сегодня, вот в прошлом году, мы запустили санно-банный комплекс, который соответствует даже, я не знаю, не городскому там типу, а ну и не бюджетному. Всего на двух федеральных трассах, которые проходят через наш регион, находится 130 объектов придорожного сервиса. К лету каждый из них должен быть готов. Сегодня Алтайский край – один из лидеров в стране по развитию структуры объектов дорожного сервиса. Только в 2017 году наш регион занял 5 призовых мест на всероссийском конкурсе «Лучший объект дорожного сервиса». Владислав Кириенко, Ярослав Улымов, Сергей Балуев. Новости.